Итак, вот что у нас должно получиться. Если вы все правильно сделали, значит, вот эта вот часть у нас, видите, платочная вязочка получилась. Теперь по кругу мы закончили вязать и будем делить полотно на переднюю и заднюю часть. Делить будем по вот как раз вот этой пройме и будем вязать по отдельности каждую часть. Как мы это будем делать? Вот здесь вот у меня ряд, где я опять у меня убавление идет здесь, вернее, перекрещивание петель. Здесь я поменяю местами петельки. Так, здесь у меня лицевой ряд платочной вязки. Вяжем у меня, значит, после двух этих двух лицевых: раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 петель я провяжу. Здесь оставлю под пройму, давайте я 8 возьму под пройму, здесь я оставлю 3 петельки. Здесь мы потом, когда будем вязать эту часть, мы здесь перекрещивание сделаем. Значит, здесь у меня 4 будет петельки, и здесь у меня тоже должно быть 4 петельки. 1 2 3 4. Вот эти 4 под проймы мы убавим. Поворачиваемся и теперь будем вязать только эту часть. Убираем. Раз, два, три и четыре петельки. Так, это у нас под пройму пойдет. И вяжем в обратную сторону до следующей проймы. То есть здесь у нас дальше идет платочная вязка. Раз, два, три. Вот эти 4 петли вместе с кромочной у нас будет пройма. И дальше вяжем по рисунку. Здесь уже у нас проблем не должно быть. Вяжем до следующей, до той стороны проймы. Так. Дойду и покажу, как там тоже сделать. Здесь мы рисунок вяжем как положено. Здесь я просто не останавливаюсь на этих рисунках. Мне главное показать, что мы там сделали под проймой. Так. Здесь у меня рисунок идет. Подхожу я к моей пройме. Здесь у меня платочная вязка, видите, она у меня здесь немножко. Так, где у меня начало ряда, там было, да? Но здесь надо будет немножко подкорректировать, чтобы у нас получилось правильно все. Но у меня не получается вот здесь вот платочная вязка, поэтому я этот ряд все-таки свяжу лицевыми, а потом подправлю. Так, опять же, здесь вот сзади я оставляю 1 2 3 петельки. 3 петли я оставляю. Вот у меня ромбик здесь. 2 лицевые и вот эти 3 изнаночные я оставляю, поворачиваюсь обратно и буду вязать уже все остальное. То есть здесь мы опять убираем. 1 2 3 и 4 петельки и вяжем уже в обратную сторону платочной вязкой. Здесь меняем петли местами. Она у нас, вернее, она у меня должна быть лицевой. Я ее здесь неправильно провязала. Значит, все петельки здесь, опять же, не забываем лицевыми вязать. И дальше рисунок. Дальше у меня рисунок идет.
чуть-чуть провяжу и покажу уже более развернутом виде. Так, все, я разделила обе стороны. Теперь будем вязать только вот от этой части вот до этой. Заднюю часть мы оставляем. Ой, вернее, вот она у меня. Так, покажу. Так вот. Вот эту часть мы вяжем. Как мы ее будем вязать? Вот это вот у нас будет постоянно расширяться. Вот эта вот полоса из двух лицевых петель. Мы ее будем постоянно под углом вязать, то есть убавлять вот эту вот часть полотна. Здесь у нас будет без изменения 4 петельки платочной вязки. Ну, я вам сейчас все равно покажу, чтобы уже было точно понятно. Так, рисуночек вяжем. Так, здесь у меня еще нет перекрещиваний. Дальше вяжу. Здесь у меня рисунок попадает. Так, вот здесь вот смотрите, один момент я вам покажу. Вот здесь вот у нас будет сокращение идет в эту сторону. Здесь у меня рисунок попадает прямо под эту полосу. Значит, здесь я уже вязать не буду сам узор, потому что если я начну его вязать, то у меня появится лишняя петля. Поэтому я просто здесь на ней изнаночную свяжу лицевую, и вот эту вот она у меня пойдет под убавление. Я их поверну вот так вот, и две вместе лицевой за передние стенки. То есть вот эта вот петля лицевая крайняя, она у меня будет перекрывать само полотно, и будет полосочка такая идти аккуратная. То есть под пройму у нас будет закрываться постоянно. И дальше 2 лицевые и 4 лицевые платочные вязки и кромочная. Так, здесь я уже не буду отключаться, я несколько рядов провяжу, чтобы вы уже видели, что у меня выходит. Дальше кромочная, 3 лицевые. Так, 2 изнаночные здесь у меня идут. Дальше рисунок сам. Как он у нас должен быть. На рисунке, как я сказала, не останавливаюсь, потому что там как положено вяжете. То есть лицевые лицевыми мы вяжем, изнаночные изнаночными. Так, дошла я до этого края. Здесь у меня 2 изнаночные в конце и 4 лицевые платочные вязки. Это пройма кромочная. Так, что у нас здесь вот? Смотрите, на этой стороне под проймой. Опять же, первую снимаем. 3 лицевые, потом опять одна лицевая идет, и 2 вместе лицевой за задние стеночки. То есть мы сокращаем полотно. Здесь мы на рисунок ее вяжем, вот эту вторую лицевую, вот этой дорожки. Дальше у нас идет рисунок. Мы этот первый рисунок мы не вяжем, потому что он у нас идет под эту линию. И дальше второй рисунок вяжем как положено. То есть из одной 3 изнаночные, и дальше изнаночные петли идут у меня. Ну, здесь как вы сюда попадете,
возможно, у вас немножко по-другому этот ряд будет смотреться, потому что если вдруг где-то ошибка при круговом вязании закралась, то, возможно, вы сюда придете немножко с другими рядами. Но ничего страшного в этом нет. Так что не переживайте, если у вас не так, как у меня этот ряд получился. Главное, чтобы все у вас, основное, все получалось. Так, здесь я перекрестила их, поменяла местами и дальше до следующей проймы. Так, рисунок я вяжу. Постепенно, по мере убавления, мы избавимся от этих рисунков. Опять же, я подошла вот к пройме. Вот здесь вот. Опять я поворачиваю две петельки лицевые, так как мне надо, чтобы провязать их две вместе лицевой. То есть у меня дорожка должна идти сюда. Если я буду вязать немножко по-другому, если я, вот смотрите, если у меня петельки будут повернуты вот таким вот образом, то вот так вот, если я их провяжу вместе, то будет не очень красиво смотрится у меня эта дорожка из лицевой петли. Она перекрутится, будет такая вот петля немножко другая. Поэтому я их поворачиваю. Некоторые спрашивают, ну зачем поворачивать? Ну для того, чтобы у меня была вот эта линия ровненькая. Для этого я их поворачиваю эти петли. Дальше лицевая и еще 4 лицевых. Вернее, 3 лицевых и кромочная. У нас здесь, как видите, уже вырисовывается вот такая вот пройма. Так, вяжем обратную сторону по рисунку. То есть первую снимаем. Господи, соскочила. Первую снимаем. Раз, два, три лицевых, две изнаночные, ну и дальше по рисунку, как у вас попадет. Главное, чтобы вот этот с краю, вот эти 6 петель у вас так и были. То есть кромочная, 3 лицевых и 2 изнаночные. Здесь ничего не меняется, а здесь внутри у вас, возможно, будет немножко по-другому. Так, внутренний рисунок вяжем, и мне главное показать вам пройму. Так, связала я до следующей проймы. И здесь, значит, в конце, опять же, вот эти 6 петель у нас здесь. В начале и в конце, значит, первые 2 изнаночные. И следующие платочная вязка. Кромочная. Так, вот потихонечку вырисовывается у нас эта часть. Как видите, вот у нас идет полосочка эта. Она закрывает это полотно. Ну, еще ряд покажу, и на этом мы дальше будете уже вязать сами. Опять кромочная, 3 лицевые, лицевая, опять вторая лицевая дорожки и следующая за ней петля провязывается 2 вместе. То есть мы опять сокращаем. Дальше по рисунку. Здесь у меня рисуночек. Этот ряд я вам сейчас довяжу и дальше буду просто рассказывать. Дальше вы сами.
весь рисунок вяжу, но у меня еще не дошла до подубавления. Когда пойдет уже подубавление, я почувствую, что мне надо будет, тогда я в следующем уже не буду ее вязать, этот рисуночек. Просто смотрите сами. Так, здесь у меня, вот как видите, я подошла вот к этим 6 петель. Седьмую мне надо убавить. То есть я беру опять лицевую и нужную мне петельку под убавление, поворачиваю и вяжу их 2 вместе. Дальше лицевая и платочная вязка. Так, давайте уже покажу вам, что у нас выходит в итоге здесь. Так, вот у нас вот эта часть, то, что мы вяжем. Значит, как видите, вот эта пройма у нас будет постоянно убавляться. То есть мы вот эту часть будем сужать. Сужать к верхней части. Там, где у нас закончится сам комбинезон. Верхнюю часть мы тоже несколько рядов провяжем платочной вязкой. А пока вяжите вот точно так же через, вернее, на лицевом, к каждому лицевом ряду также будете убавлять петельки с двух сторон. Смотрите, чтобы у вас здесь на рисунке не появилось лишние петли. И вот так вот, ну, я довяжу и вам уже дам эту мерочку, и вы сможете определиться со своей меркой. Итак, вот что у нас должно получиться с убавлениями. Так. И вот смотрите, у меня здесь осталось, сколько петель, я вам сейчас посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27 петель. 27 петель. Ну, там может 1-2 петельки не хватать или может лишнее. Но ничего страшного. Теперь убавлять ничего не будем, просто верхнюю часть, небольшую полосочку, надо будет связать платочной вязкой. То есть все петельки, уже узор мы не вяжем, а просто вяжем все петли лицевыми. И на лицевой, и на изнаночной стороне. То есть мы закончим вот эту часть платочной вязкой. То есть все петельки лицевые и на той, и на этой стороне. Итак, вот как я сказала, несколько рядов платочной вязки. Вот у меня, я вот по этим дорожкам посчитаю, но это тоже вы сами можете решить, насколько широкой вы эту часть хотите связать. Но у меня 4 таких дорожки получилось. Это у меня будет задняя сторона, поэтому здесь я сделаю лямочки. Как мы это будем делать, я вам сейчас покажу. Так, на лямку оставляем. Это тоже вы можете сами решить, какой ширины будет лямочка. Сейчас я посмотрю, сколько у меня будет. Так, ну примерно 6, ну 7 петель можно на лямочку, я пошире сделаю. Вот я их провязала, и теперь оставлю их на булавке. Пока эту сторону я вязать не буду, лямочку буду с той стороны вязать. Просто убираем на или на дополнительную спицу, или на булавочку тоже, что у вас есть. А остальное, ох, распустилось. Так. Раз, 7 штук. Так, все. Остальное я закрою и 7 петель здесь оставлю. Эти петельки я закрою. Так. Начинаем закрывать. Закрываю я, если изнаночная, я вот изнаночными их закрою. Петельки. Так.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И еще одну петельку закрою. И вот из этих 7 петель я буду вязать дальше прямо лямочку. Лямочку вяжем платочной вязкой. Так, вот у нас будет одна и вторая лямка. Нужно будет сперва эту связать на нужную длину, а потом уже вязать вторую. То есть вяжем все платочной вязкой прямо 7 петель. В конце можно будет немножко закруглить, но это я вам покажу. А пока вяжите вот прямо вот эту часть. Так, вот я связала. Сейчас я вам измерю, опять же, чтобы вы знали, какая у меня длина получилась. Хотя вы можете выбирать сами по своему размеру. Вот пока я связала где-то 12 сантиметров. И теперь я сделала дырочку одну. У меня будет две дырочки. Чем хорошо это? Если ребенок растет, то можно перемещать застежку, чтобы и больше, и меньше можно было сделать. И как вот я ее делала? Для того, чтобы она была пошире. Если просто один накид делать, будет маленькая чересчур дырочка, вдруг пуговица большая будет. Вот для этого я, смотрите, первую снимаем, вторую провязываем, затем третью и четвертую я вяжу вместе лицевой, так, и два накида делаем, чтобы дырочка у нас была больше. Дальше вяжем опять лицевые 3 петельки. Так. Теперь на этой стороне вяжем все петельки лицевыми. Накид мы раскручиваем. Дальше опять вяжем все лицевые петельки. Накид я тоже провязала лицевой. Теперь на обратной стороне вяжем. Первую снимаем 2 лицевые. И вот там, где мы вязали накид, он у нас же длиннее должен быть. Поэтому я вяжу лицевую из дырочки. Из дырочки. Она у меня должна быть больше немножко. Получилось. И если бы я вязала немножко по-другому, она была бы меньше. То есть я вам показывала до этого, по-моему, у меня видео есть отдельное про дырочки эти. И вот видите, у меня вот эта петелька получилась чуть больше. Если, например, вы совсем большую петельку хотите сделать, то можно не два накида мы делали, можно 3 накида делать, но тогда нужно будет вот эту дырочку. Если будете вязать с этой стороны, сейчас я вам покажу. Я не буду ее вязать, у меня 2 накида, поэтому просто покажу. Если 3 накида, то еще третий раз надо будет связать прямо в дырочку, чтобы она вытянулась немножко в длину. Это если большая пуговица. Ну, а мы продолжаем вязать дальше. Теперь мне нужно закруглить чуть-чуть вот этот край. И мы начинаем убавлять. Первую кромочную сняла и 2 вместе. 2 вместе, лицевая, и опять 2 предпоследние петельки я провяжу вместе. И кромочная. То есть я уменьшила количество петель в конце. Теперь вяжем все петельки лицевые. Так, у меня 5 петель осталось. И еще один раз сокращу. Но здесь у меня уже не получится 2 раза по 2. Поэтому здесь можно будет поступить так. Я сперва вот эти 2 провяжу вместе. Потом лицевая, кромочная, и на обратной стороне я провяжу их 2 вместе. Так, первую снимаю и провяжу вот эти 2 петельки. Я их поверну, мне чтобы было удобно их связать вместе.
Так, и все, и можно уже закрывать саму лямочку. Вот она у меня сократилась так. И можно закрыть уже. Так, просто закрываем. Здесь у меня изнаночные петли, поэтому закрою изнаночными петельками. Закрыть и аккуратненько спрятать эту ниточку, конечек. Так. Берем и прямо в кромочные петли. Так, аккуратненько. Желательно, здесь нам крючок нужен, чтобы все это аккуратно спрятать. Спицы не очень удобно. Поэтому берем крючок. И вот так, ну, желательно подлиннее, чтобы она туда дальше ушла, ниточка. Если короткая будет, она вылезет. Будет не очень хорошо. Так, ну и все, подтянули. Вот наша лямочка готова с двумя дырочками для пуговиц. Теперь точно так же вяжем вот эту лямку. Так, я ее надеваю на спицу и буду вязать. Теперь здесь вот один момент, чтобы у нас все это было аккуратно. Видите, вот здесь вот мы начинали закрывать. Если я дальше продолжу просто вязать, она как-то у меня здесь вот будет не очень хорошо смотреться, поэтому я здесь подниму петельку. Так. И введу в работу ниточку. Теперь смотрите, что я делаю. Вот эту петельку поднятую, и следующую я просто провяжу вместе. Так, она у меня сильно большая дырка получилась. Сейчас немножко по-другому поднимем. Можно еще одну поднять, чтобы у нас дырка сильно большая не была. И сюда я введу в работу ниточку. Так, вот немножко подтянули, чтобы у нас здесь вот аккуратная была. Краешек. И теперь дальше продолжаем. Смотрите, теперь еще один момент, когда вяжете. Вот у нас ниточка сильно толстая. Я для того, чтобы она не была сильно толстая у меня, я просто уберу одну нитку. Немножко утончаю. Ну, тоньше ее делаю, чтобы она у меня в работе там не была сильно толстая. Вот так вот я ее сделала чуть меньше, ну чуть тоньше. И теперь можно вязать ее спокойно. И вяжем дальше. Теперь эту лямочку точно так же вяжем, как и ту. То есть вяжете на одинаковую длину и делаете дырочки. И с нашими лямочками будет покончено. Так, все, подготовила. И вяжите точно так же, как мы вязали вот эту лямку. Итак, лямочки закончили. И теперь будем вязать заднюю часть. Ой, вернее, переднюю, это у нас уже. Опять вводим в работу. Я на лицевой стороне начинаю вязать. Так как у меня изнаночная здесь провязана. Вот я по рисунку смотрю, она у меня провязана. Поэтому начинаю с лицевой стороны. Опять же, вот здесь вот, если я сразу начну вязать отсюда, у меня вот здесь вот такое расстояние получится не очень хорошее. Здесь мы закрывали пройму, поэтому чтобы я, у меня закрылась, опять подниму отсюда петельки, так чтобы не было дырочки, и провяжу ее с первой кромочной. Вот эти вот, то что я подняла петельки, провяжу с первой кромочной вместе. На спице тяжело, поэтому я сперва помогу себе крючком. Протяну петельку и дальше буду вязать уже спицей. Все. Опять же убираю ниточку лишнюю, чтобы у меня вторая нитка тут не утолщала мое вязание. Так, уберу одну и вторую на разной длине. Так, и все, и вяжем теперь
точно так же, как мы вязали на другой стороне. Здесь опять же у меня убавления идут, так как мы впереди вязали, точно так же надо будет здесь связать. То есть сужая кверху вот эту часть. Так, у меня здесь куда-то одна потерялась, но одну петельку я потом добавлю. Если у вас также получилось, можно будет потом все это подправить, просто добавить одну петлю, ничего страшного в этом нету. Так, вяжу. Сейчас посмотрим, что у нас с той стороны, и дальше вы уже будете вязать сами. Так, распустилась петля, надо будет ее поднять. Так. Так, и с этой стороны также мы убавляем 2 вместе. Так, и здесь у меня тоже не хватает одной петельки, но я ее добавлю сейчас. Так, здесь вот тоже мы, у нас расстояние, вот как раз здесь я могу добавить. Надо было и с той стороны это точно так же сделать, но мы это можно подправить. Так, просто подняла. Так, у меня дырка. Тут надо будет обязательно смотреть и думать, что сделать, чтобы не было сильно большой дырочки здесь. Так, подтянем. Это все потом выровняется при стирке и отпаривании. И все, и продолжаем вязать дальше. Так, у меня здесь 4, потом с той стороны можно будет добавить. Все, теперь дальше вяжите сами. Точно так же, как мы переднюю, вернее заднюю вязали, но без лямок уже. Свяжите вот эту часть, убавляя. У вас ширина должна быть одинаковая с этой. Сколько у нас петелек там получилось, только здесь, только же и там. Единственное, что лямочки вы не будете делать, просто закройте поверху. На этом у нас верхняя часть будет закончена, и потом мы будем вязать вот нижнюю часть. Я уже одну планочку здесь связала и покажу, как связать вторую. Одна планочка у нас будет без петель для пуговицы, а на вторую мы будем вязать. В принципе, одинаково они вяжутся. Единственное, что там надо бы дырочки сделать для пуговиц. Итак, вот смотрите, я уже закончила переднюю часть, пришила пуговицы. И она у нас отстегивается, лямочка. Можно, как я сказала, можно удлинить комбинезон, можно укоротить. Здесь уже очень удобно все это будет делать. И теперь мы будем вязать нижнюю часть нашего комбинезона. То есть планочку между ног. Одну сторону я связала, это у нас задний, на задней стороне планочка без дырочек для пуговиц. И теперь будем вязать уже планочку с петельками. Так, начинаем набирать с лицевой стороны, просто по кромочным петелькам. По длине возьму ниточку
просто по кромочным петлям. Опять же, я уберу лишнюю нитку, чтобы у меня сильно толстая не была. Она, при наборе, так, немножко уменьшила ее. И теперь желательно за две кромочные петли, чтобы сильно больших дырок не было. Хотя можно и за одну, в принципе. Смотрите, это тоже зависит от пряжи. Может, посмотрите, если когда набираете, если получается сильно вытянутая вот эта вот часть, вот, где мы набираем, тогда за две. Если нормально получается, когда берете за одну, тогда берите за одну ниточку. И вот так вот по всей длине внутренней части, нижней части комбинезона набираете петель. Если одной тяжело, то помогайте себе другой спицей, можно будет. Просто за каждую кромочную. Так, мне тоже тяжеловато получается, но нужно вторую спицу взять и помогать себе. Таким вот образом набрать по всей длине. Вот так вот. Набираете по всей вот этой вот длине до второй половинки. И вяжем платочной вязкой. Платочную вы знаете уже, надеюсь, как вязать. То есть здесь набрали, та сторона у вас будет лицевая. В общем, все петельки лицевые. Свяжите примерно... Так, сейчас я вам скажу, до где-то вот таких две дорожки, а потом будем делать дырочки для петелек. Можно 2-3, смотря какая ширина у вас будет планочки. Итак, вот я связала 2 ряда, вот 2 дорожки, вернее 4 ряда, у меня 2 дорожки платочной вязки. И теперь будем делать петельки точно так же, как мы делали на лямочках. То есть, ну, главное тут распределить, сколько вы будете делать петелек по низу. Вот я 2 связала, 2 накида, 2 вместе. И примерно сейчас посмотрим, через сколько можно распределить. Вот у меня эту петельку я буду считать раз, 2, 3, 4, 5 петель. Ну, 5 петель, наверное, хватит. Опять 2 накида, 2 вместе. Считаем 1, 2, 3, 4, 5 и так далее по всей длине нашей планки. Дальше уже будете вязать сами. Я петельку уже показывала, как вам, как его оформить, значит, на втором ряду и на третьем. И свяжите еще, чтобы у вас получилось, ну, смотря тоже от ширины вашей планочки, но я буду делать где-то 4-5 таких дорожек. Это тоже вы сами смотрите. И на этом наша планочка будет закончена. Итак, вот что у нас внизу получилось. Я закончила, закрыла и пришила пуговки по всей длине. Теперь мне не хватает белого вот здесь наверху, поэтому, ну, вы можете так оставить, если кто-то не умеет крючком. Я решила сделать обвязку по вот этой вот линии, начиная от проймы, все вот эти вот лямочки и так далее, все обвязать крючком. Можно рачьим шагом, но рачий шаг он немножко грубоватый будет, поэтому я просто столбиками, вот я ввела в работу ниточку, и обычными столбиками, можно лучше, наверное, с накидом, потому что более объемная получится обвязка. И вот так вот по всей длине, по всему кругу обвязать наш верх комбинезона. Она даст немножко такую отделку красивую.
и будет хорошо смотреться, мне кажется. Ну, если не можете, можно оставить и без этой обвязки. В принципе, разницы нет. Таким вот образом обвязать все вокруг. Вот, и заострю сейчас внимание на уголочках, если кто-то будет обвязывать. Обвязываем свободно, чтобы не было туго, чтобы было не грубо это все смотрелось. Потому что когда крючком вяжешь, все равно полотно немножко грубее получается, чем на спицах. Так вот, я к уголочку подошла, и здесь из одной дырочки, так вот, я в уголок свяжу один столбик с накидом, полустолбик, вернее, с накидом. И из него же еще два, то есть в одну дырочку три полустолбика, и дальше вяжем по кругу. Вот таким вот образом обвяжите, видите, как оно дает такой красивый эффект. Мне больше нравится так вот. Обвязываете все вокруг по пройме, также эти лямочки обвязываете и придете обратно вот сюда, и будет очень красиво смотреться. Ну что ж, вот я закончила обвязку. Как видите, у меня совсем другой вид стал верхний. Верхняя часть приобрела немножко другой вид. И все. Но вот здесь вот смотрите, еще можно где-то отделку сделать. Вот здесь вот у нас полоса идет, такая вот пустая, да? Здесь можно вышивку сделать, может, наклейки какие-то, может быть, если это для девочки, может, цветочки какие-то здесь наклеить, или бусинки, но это уже на ваше усмотрение, как вы сами хотите. Если для девочки, вариантов огромное количество для украшения. Так, ну и все, наша работа закончена. Надеюсь, вам было все понятно. И если вам урок понравился, ставьте лайки. Я вам буду очень благодарна. И до свидания, до новых встреч.